с говядиной эта тема. Так, не промазал? Они такие херовые, что просто ужас. Ага. Так, ну Войт, ты знаешь свою задачу? Угу. Так, Элизабет, залетаешь туда, агришь всех, Рога и Ханты на пульте, в Элизабет весь трэш. Рога слева, Хант справа. И мы погнали. Напуливайте в Элизабет, трэш. Хантец, что с тобой? Сейчас макро сделаю. Макрос на вес твоя. Чисто завтра у Ханта будет вместо волка Цой. Ну что ты, рожал? Время, время, Хант, ну, напиши что-нибудь. Мы без его на пула не справимся, я так понимаю, да? Да. Лириэль, что с тобой? Долг. Лириэль. Все, все готовы. Залетай. Ух ты! Это ж сколько мне сейчас диспелить ядов. Че, гер даем здесь? Можете дать. Ну, подожди, РДДшники, выйдите, видите, по-моему, вас прошибает. Войд, готовься. Уже законтролил, уже прибежал. Получилось? Возможно. Да, получилось. Не знаю, у нее это бешенство как-то непонятно работает, то она включается, то не включается. Блядь. Ну так там и предотвращает. У нее билка предотвращает. Че, убери. Ой-ой-ой, за контроль. И беги здесь, пели. Через 5 секунд, по идее, снес падет эта херня и будет, и она вырастет. Ну, видишь, не вешает. Угу. Говорю, она как-то по тупому работает вообще, капец. Thank you.
Паук, дракон и ласт. Звучит как название новой части Гарри Поттера. Келли, лебедь это Сапфирон, а щука это Мексна, да? Нет. Мне кажется, что лебедь это у нас Валера, а щука это у нас Вако, а я вообще рак. Жена говорит, что я срак, потому что срез, наверное. Из кожи лезут вон, да? Пойди спойлерить. Ну, серьезно, там морозили. Блин, ну не отталкивай, мне и так трудно собрать всю эту хурму. Ты сразу собирай тогда, чтобы это не нужно было отталкивать. Или макусь, оттолкнусь. Масс гриппа нет. Ну, масс агро нету. Либо Т4, тогда был в одни штяк. А что там в Т4? А там эту лужу заливаешь, и хер кто тебя сорвет, Рыж. А у Мишки вообще лунный огонь начинает с небес падать, когда он делает шляпу. Пробегаем быстрее, народ. Здесь возле ромбика стали РДДшки хили. Валера, это какой-то странный акцент прорезался. Ну, давайте, народ, просыпаемся. Давайте, побежали. Тебя фамилия случайно не Ельцин? Нет. Квазер, очухайся. Квазер, мазер, фазер, казер, хазер. А, нахер себе популяю. Ну, это нормально, чё. Пук дракон тоже левее. Пук дракона, туда кучки все и стань. Сейчас в этот вход. Дракоша! Затопнул. Дракоша, мать твою! Чтоб тебе за правую и за левую. Алиса тотем диспела стоит. У ворот не надо сбивать, туда никто не улетит, если ты станешь туда. Да, Элизабет, на трэш. Главное, что ты меня не срубила сейчас. Какого хрена? Че, они поменяли что ли опять все? Потому что может мерикает, он немножко ближе, чем. Он близко стоит. Ну вроде далековато там. Куяк. Кстати, ты сам границу прошел, ты же танчишь ближе к этому выходу.
Но я на этой херничке как бы стою. Типа в домике, да? Да. Блять, ударить не могу, чё-то. Ты это с домика выйди. Я в домике. Так, когда там окукливание-то? ДЦ-шка, кидай зубы под АК-танку. Как шустро. Этого не предвидел. А я сейчас убил. Лиза под... Так, Элизабет, по команде прожмешься. Тебя бы... Тебе не надо. Прожимайся. Прожмись, Элизабет. Давай арбру тащит. Видели, когда он, как быстро его поднимал? Чё же здесь нет? Так. Меня арестовали. О, перезвон. О, хилка. Хилтринг. Все, в портал прыгайте. Эта трика на хапреста идет? Да, наверное, да. Ну, она... Но в принципе, тогда. Ну, лучше вдруг типа... какой-нибудь Иршан. Типа, да, она на массовиков хорошо. Хотя я по хапресту тоже пойдет. Тоже массович. Ушел, хэпристал. Да, спихнись на всякий случай. Блин, вот этот... ПВП танка хрена РПАЛ, блин, пишет гол паролем 3. Серьезно, блядь. Далтан, какую триню? Мрачный перезвон? Вообще огонь тема, я считаю. Так, фулл ребаф раздали. Так, Элизабет Даларан, чего улетел? Чиниться или все? Так, поставьте шкафчик. Заманить его. Тоже, пожалуйста. Да, я починюсь. Блин, что-то тут ДК-шек нету, что ли, блин? Починки, серьезно?
5. Как так жёлто тут, блин. Так, сманьте меня. Сманите, ну сумоньте, ребята, время идет. Первого, второго, третьего и погнали. Я пока не могу это убить. Куин, Грибун. Да, тут, сорян, я. Так, все, все готовы. Пуляем. Гера, давайте. Гера, дайте. Сейчас два танка. Блять, его в вагоне, да, этот хрен еще что-то трындит, блин, нахуй его взяли, в раз он в вагон. Это серьезно. Ну, типа, он мог ОД полутать с гильдой папи. Не, вот он мне пишет, ну, я ему написал то, что он вагоном идет. Он мне пишет, а нахуй тогда меня взяли, я бы лучше не пошел бы. Так, ждем. Рейндж набрали, ждем три глыбы. Так, я че с ним? Первая, вторая, третья. Спрятались за глыбы относительно центра. Понял, если бы он сказал за какую-то вещь, за которую реально нужно райдрику, а не вот за это, вот, блядь. Так, ждем три глыбы. Раньше набрали. Спрятались за глыбы.
Так, одна, вторая, третья, спрятались все. Блин, на танка серьезно глубоко кинул. Нет, я, кстати. Неплохо похилил. Че, ключ тоже закопаешь, что ли, дается? Вообще пох. Поехали. Я спать хочу. Встали все звезду, разбафались, пробафались там. Петов всех на пассив, петов пригоните сюда. Почему они там остались? Быстрее, Локи, ну почему все по одному? В факу, блин, кто там еще? Чей пет стоит? Че, несколько ваков, что ли, стоит петов, блин? Понимаю, что за херня. Петов всех абсолютно на пассив. Надеюсь, ни у кого нету кровочервей. Петов на бездействие, а у Ешки не льем.
Так, босс будет стоять в центре. РДДшники на второй фазе наберете вокруг него дистанцию. Встанете вокруг него и наберете между друг другом дистанцию. Милики, стоите право-лево тоже. Разберитесь там по двое, встаньте. Следующее. Элизабет, ты, наверное, босса потанчишь. Я пособираю трэш. Ну и все, в принципе. Сейчас все стоим в центре на первой фазе. Забежали. Слева от босса. Со входа. Справа от босса. Слева от босса. От босса. Справа от входа. Слева. Добивайте этих скелетов, чтобы они не доходили. Оттуда же. Слева от входа. 10 секунд до босса, добивайте весь трэш. Элизабет, приготовься ловить. В центр, сказал же, ну в центр, юберный театр. Сказал еще в центр. Услышал. Каст его сбить. Хорошо, набрали РДД. Касты сбивать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Квазар, чуть шаг назад.
поздно. Расширение, выйди, кто там хилит? Какаси. Контролю или быстрый людей шифцы. Ну, за контроль то может нет кто-нибудь, но ёберный театр хилов вырезает. Грибун Берни Собирана. Расширение мили. Взрыв на ДЦ, отойдите от нее. Говорю, отойдите от ДЦ, да ёберный театр, вакуум, метка там специально дается. Контрольте быстренько. Арстайла за контрольте. Главное арстайла за контрольте. Он в бабле. Бля. Не спойнит, может нет. Лака за контрольте. Как нормально было с баблой телепортация была. Взрыв на ханте. Расширение. Законтрольте быстренько. Лоя законтрольте. Драконов законтрольте. Самое важное. От ее чела отойдите. Я паладина поднял. Так, холипал стоишь, нет? Он уже все. Че делать? Пук дракона Берни, Какаси. Он меня бэрил. Да, блин. За контрольте быстрее. Сейчас ляжем, блять. Блин, на первую куча магов, локов. Не можете фирнуть, завцевать, блин, народ, что ли. Вар даже может, блин, крикнуть. Блять, у вас херово туча, блин. Сделайте хоть что-нибудь. Не надо надеяться на кого-то другого. Сделайте сами. Видите, блин, не могут. Бегают они. Но у вас есть, которые единично накидываются. В соло таргет, который идет. Не обязательно же масуху кидать. Даже если так, блин, ну не единственный же.
Паладина, сразу прожмите свои баблы, чтобы они были в КД на боссе. Перед второй фазой, точнее. На кашке тоже на зелень можно здесь я макросы сделать, чтобы автоматически прожал снял. Фулл ребаф раздали. Где Квин? Бегу. Потерялся. Да, альянс немножко трепал нервы. Находим. Квина точно забафайте. Элдрин пришел. Так, это кто у нас был? Ретрик, да? Элдрин. Так, кто у нас? А, шкаф стоит уже, ладно. Нулю. Угу. Блин, надо не забыть бы потом надо кашку фласки перекинуть. Че, вниз заходишь, что ли? Ай, блин, ну где он там? Блин, и так уже на час задержались. Мне пишет, что у него уже начался мон. Ну, к озеру уже помирать пора. Четвертый час. Ладно еще. Это работник года. Пункт дракона, какаха, просыпайтесь.
Тайлдрин, что там? Все ближе к звезде подошли. Короче, ладно, его не суманит. Все готовы? Давайте заходим в центр. Все в центр, в центр, в центр, в центр все. Какаха. Какаха, мать твою. Снес, почему не донес до меня? Блин, жить охота будет. Со входа. Это все мы уже пульнули, босс. Какой еще спать? Инстеда. Берем театр. Находится не в наших подземельях, значит у него КД. Слева, слева. Скелетов слейте, сейчас дойдет же. Взорвется. Так, 15 секунд. Набивайте всех оставшихся. Приготовься ловить или забыть. Сразу его в центр. Еще одна. Добейте их сначала. Расширение этой нити. Все, Ренжу набрали. Геру дали. Грустим. Налили Эри.
машине тьмы Миллизон, отойди и отставил. Почему ты расщелину расширением называешь? Нет, расширение. Демон. Законтрольте быстренько. Расширение танк. Элизабет. Элизабет, двиньте ее. Да ебь ты. Может, расширение, говорит. Рано сагрил, но не забафали тебе еще. Забафали тебе его. Каску на Элизабет. Крик на ХП. Забафались, забирай. Блять, все заморозило. Потому что рейндж не держит. Контрольте быстренько всех. Ну, получилось, что он нас законтролил. Серьезно, как он смог убить меня? Легко. Закорневал бы его. Не спал прощен. У меня нету БР, пук дракон БР не. Миллизона, расширение, отойди, кто там, нага. Он вас... Налоя. Чего отойдите? Так, скоро трэш пойдет. Законтрольте, ребят. Заханьте взрыв. Твонючий маг. Серьезно, меня убило. Где прохил? Расщелина тьмы, какой прохил? Грибом. Берни. Забафайте быстренько чем-нибудь. Того и взяли. Миллизона. Наверх через взрыв.
Не вижу где. Это с зоной, кто там? Ирчела. Именно Серчела, да. Законтролить. 2%, блин, добейте как-нибудь. Отойдите от босса, не вижу. Ничего себе, что упало. Так где по боссу меч и топор, почему он не падает? Давайте быстрее протыкайте шмотки, не ждите. Так, никто из рейда пока не ливает. Можете оффаться, так то ничего уже. А, точнее, шмотки я раздал. Так, сколько я до этого давал, то я уже забыл. Да я там. Там 150 же. Нет, я уже давал на половине рейда. А, тогда не знаю, тогда сам разбирайся. О, так, так.